Hey, okay, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Forgotten Hill Dissolutions. Как вы помните, мы теперь с вами на морской уровень переходим, походу. В прошлой серии мы с вами прошли музей с птицами, цветочками, ну, короче, всем таким. Так, ручку достал новенькую, чтобы нормально было. Что здесь у нас? Тайны морских глубин. В этой части музея, на Забытой горе, мы сможем познакомиться с невероятно редкими созданиями, которые помещены в условия, максимально приближены к среде их естественного обитания. Кроме того, вы сможете насладиться рассказами капитана Адана Дрейка, который, пройдя все море и океаны, решил посвятить себе службе в нашем музее. Адан... Спасибо, спасибо. Забываю про билет. На билет, билет. Ну что, начнем. Карта музея. Электрическая, судебная, крабная, просто морская, медузная, рыбная, мертвая рыбная, просто аквариумная, доисторическая мертвая рыбная и инструментальная. Так, видно, зубов не хватает. Тут заперто. Так, какие-то значки. Ладненько, давайте сразу делать таким образом. Ага, тут деревянные уже стоят зубы. Какие-то. Пока что не работают, мне не хватает каких-то частей. Ну поехали, медузная. Так, лык зуба. Мне очень жаль, Сара, здесь нельзя фотографировать. Так, нету электричества. Окей. Угу. Запомнил. Похоже, что электричество отключено. И тут, и тут, и там нельзя фотографировать. Ой, ты наконец-то принес мою долгожданную рыбу? У тебя нет рыбы. Не отвлекай меня, пожалуйста. Вот зараза она. Видишь, это морской черт какой-то. Но я принесу тебе рыбки. Понятное дело, мы фоткаем с вами. Так, медузное отделение. Похоже, что электричество отключено. Так, газета, бесплатная рыба. Так, давайте как-то вот так, надеюсь. Вот так. Потому что я чувствую, вот это точки расположения и рыбы, это довольно ценная информация. Так, червячки. Угу. Перекрутить и ничего такого сделать я тоже не могу. Так, мертвая рыбная территория. Типа я могу выбирать любую рыбу и с нее что-то делать, да? Стоп, стоп, стоп. Я ничего там не упустил? Или показалось? Я просто забываю, что мне еще зубы нужно собирать. Один, два, два. Один. Подожди. Thank you.
что там... Что-то ни хера не пойму. Полный оборот имеется в виду? Все. Эта тарелка с чем? Хотя бы. Так, цепи исторические. Так, какие-то дырки. Это не тебе. Так, еще один клык. Треугольнички. Так, мне нужно типа их объединить. Я просто не понимаю, куда вообще оно должно все смотреть. Так, если я трогаю это, то работают все три. Этот, эти. Эти, эти. Ну, вот это тоже должен прокрутиться был. Тогда делаем таким образом. А фиг знает, а я точно уверен, что я туда должен смотреть? Тут вообще иное, подождите. Вот что с чем это действует. А куда я должен? Все наверх должен смотреть. А ну-ка. Подождите, тут есть хотя бы примерно, как оно должно. Все должно либо вверх смотреть, либо все вниз. Скорее всего, все должно смотреть в одну сторону. Ну снова же, я говорю, я не уверен, что я должен именно так делать. Я не врубаюсь. Что-то мне кажется, мне где-то на ее будет немножечко. Поэтому я пока что выйду. У меня есть еда, которая никому, в принципе, не надо.
меня есть энергоблоки, которые не запускают. Стоп, зубки. Манать я туплю. Тогда сюда, короче. До сюда. Отлично. Нихера тут чудище. И генераторное. С водой. Карта Great of Deep. Какие-то, короче, морские чудища или морские жители. Меланоцетус теслатум. Глубоководные рыбы, обитающие на большой глубине. Рыба имеет округлое тело с большим ртом, снабжено зубами и маленькими прозрачными плавниками. Она питается главным образом Цландела гарениус, которую меланоцетус привлекает к себе с помощью передней антенны, которая оснащена светоузлающим органом. Лопхиус цатиаториус, также известен как жаба-охотник, имеет массивную голову, покрытую метками. Охотится на все виды добычи, но предпочитает ракообразных меланоцетий. И ценобитий единственный хищник является Цландела пагуринис, который крепится к лбу и питается мозгом Лопхиуса. Говорят, что его мясо чрезвычайно вкусное. Типа хедкрабы. Цератиас Цоралопхилиус. Рыба, живущая в теплых, глубоких тропических морях. Рыба имеет одинокий и мирный характер, а также питается исключительно коралловыми щупальцами, которые изобилуют в его среде обитания. На него охотятся так как Лопхиус цатиаториус, так и Цоенобита дигитупхагус, по отношению к которому он использует ужасный страх. Цинобита дигитопхаугс. Глубоководный рак-отшельник, который живет в самый глубокий океан. Он питается, прикрепляясь к своей добыче, медленно пожирая ее до самой смерти. Рыба рода цератиас является его любимой добычей, но он нападает на каждого человека, который соприкасается с ним. И только ампутация может отделить животное от пальцев. Типа палец сюда, да, получается? Или где его рот? Подождите. Типа вот рот. А че, его оторвать тяжко будет? Целеландела пагурнис. Морская улитка, которая имеет удивительную форму. Она живет в песке на больших глубинах, где движется только для того, чтобы прокормить себя. В основном мозговой жидкостью других рыб. Ее привлекает свет, который активно использует единственный хищник, представитель рода млекопитающих. К тому же улитка мгновенно погибает на суше. Понятненько. Так, мы дали электричество. Опа, вот здесь. Так, ключ, квадрат, треугольник. Так, на чем мы там закончили?
треугольничек. Стоп, треугольник. Песочные часы. А здесь у нас кружочек и палка. Так, теперь квадрат, просто квадрат и палочки. Квадрат и палочки. Так, треугольник. Давайте, допустим, мы дадим другому счетчику. А, у нас не хватает здесь. Все, понял. Окей. И попалось. Так, окей. Здесь что? Что нужно, подожди. Короче, ясно, понятно. Вот, вот твоя рыба, вот. Ну, наконец-то, я почти умер от голода. Я приготовлю ее сию секунду. Ага. Ага. Я так хочу пить, пожалуйста, принеси мне немного воды. Большое спасибо, сэр, возьмите этот прекрасный зуб. Я все еще хочу пить, пожалуйста, принеси мне еще немного воды. Окей. Так, мне еще картину дали, подожди. И тут еще была одна рыбная территория. С плясками, да? Вот какая-то была территория. Короче, фиг знает, что это я делаю. Стоп, есть карта этого места? Так, здесь я был. Подожди. А, электричества нету. Опа. Стоп, я, кажется, догадываюсь. Не туда зашел. Ручка в дело.
Так, поехали. Сначала квадрат. Квадрат, треугольник, кружок. Потом что-то наподобие антенны. Два круга и палочка. И клешня. Правильно же? Ну да, правильно. Так, осталось теперь по ней где-то вбивается. Стоп, я могу выходить. Вы же не хотите сказать, что мне теперь... А вдруг? Мне теперь нужно в других комнатах еще ходить. А нет. С рыбы получил финтиплюшку. Сразу глаз рыбы. Это третья рыба. Только что оно мне все равно дает. Давайте в эту комнату пойдем. Ну, бульбушки. А, размер бульбышек. Ну, типа большая. Ну, большая, две маленьких. Большая, две маленьких. Это... Стоп, это не к ним. А к чему это тогда? А, оно уже сделано. Бульбашки, подожди. Похоже, электричество надо дать. Сейчас мы все сделаем. Так, син, зеленый, желтый. Я понимаю, что я могу просто фотик использовать. А, не могу. Тогда отдыхайте. Зеленое, желтое, красное. А, типа обратная связь, да, теперь? Синий, красный. Синий, красный, желтый, зеленый.
Подожди, а куда хотя бы это вводить? Красный. Не. Красный. Оно ж не нажимается даже. И я забыл. Так делать. Под каждым цветом какой-то другой цвет. Желтый — это красный. Не, это синий. Красный. Синий, красный. Так, желтый, синий, синий, красный, зеленый, зеленый. Все. Подожди, может я могу только переключать, когда они... Теперь я понял. Нет, я не понял. Я думал, сначала мог у медуз как-то... А где у нас была большая рыба? Тут-то? Здоровая такая рыба у нас была. Так, но ну не... Мне зуба не хватает. Тоже это те же самые цвета. Синий. Может это? А ну-ка. Давайте сделаем. Красный, зеленый, синий, желтый. Нет. Давай синий, зеленый, желтый, красный. Нет. Что я вообще с вот этой херней должен сделать, я не понимаю. Что я с вот этой должен сделать? Что, если я должен вообще где-то снаружи найти воду? Давайте попробуем. Так, муха, иди в жопу. Закрыто. А куда ты пропал? Я просто без понятия, куда мне теперь идти.
фиг его на самом деле теперь знает. Но здесь, короче, какой-то код, но я не знаю, что с ним. Походу, нужно вот так наверх все сделать. О, наконец-то. А, давайте все вниз. Ладно, давайте... Как я должен... Как я понял, желтый синий вниз должен быть, зеленый наверх. Допустим, допустим. Допустим. Если так, как я сейчас думаю, мне кажется, это вообще неправильно, что я сейчас делаю. Мне кажется, это вообще должно вот это быть. Сейчас вам покажу. Вот если можно было бы только этими управлять, было бы легче. Так, синий. Синий. Короче говоря, ну вот это вообще не подходит. Это по рыбкам, наверное, нужно смотреть. Не знаю. Меня вот это обмануло. Я думал, типа, вот, везде наверху, значит, я должен устроить наверх. Это тоже не нажимается. А, подожди, это порядок. Подожди. Сколько тут рыб? 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два,
3, 4, 5. Короче, 5 рыб. Как я помню, одну рыбу показали как... Сейчас, где она? Это номер 3. Это трёшка. Тогда как остальная рыба будет? Здесь мне не хватает зуба. Здесь я все запустил, здесь мне... Хотя... Короче, да, здесь я все запустил, сюда мне нахер не нужно больше приходить. Одного зуба не хватает. Здесь... Монополия, которая мне тоже не нужна. Да-да-да-да-да, я вспомнил. Цвета. Причем здесь цвета? Почему мне показывают какие-то цвета? Шарики. Хорошо, шарики мы сделали, больше нам сюда не надо. Я не могу понять вот это. Что мне с медузами делать? Хорошо, это я угадал. Но эти не переключаются. Они не выключаются, не переносятся. Не, окей, если сейчас свет... Может, мне полностью питание нужно здесь выключить? Если да, это... Нет. Странно. Тогда я без понятия. Тогда я чисто без понятия. Ну, подожди. Так, краски, краски. Подсказок никаких нету. Это уже не активно, это не нужно. Это активно, но я... Сюда что нужно? Мне нужно чем-то раз... Я думал, оно разбивается. Я думал, может, чем-то нужно протянуть. Оно, оказывается, просто открывается. Ё-моё, в натуре. Так, где наш там капитан? Благодарю вас, сэр. Помните о том, что рыба рядом с осьминогом постоянно уплывает от него. Рыба под осьминогом движется к левому борту. В смысле? Помните о том, что рыба рядом с осьминогом постоянно уплывает. Так. У него рыба над осьминогом движется к левому борту. Нихера не понял, подождите. Осьминог. Нарисую вот так. Так, помните, что рыба рядом с осьминогом постоянно уплывает от него. Рыба над осьминогом. Над. Держится к левому борту. И чё? И чё это мне должно было дать? Ну просто логически. Но эти рыбы никак не... Но я не могу передвигать рыбу, мне не хватает рыбы, вот, у меня нету рыбы. Но это понятно, вот, уплывает, эти две туда будут уплывать, это уже уплывает. Я не понимаю, при чем здесь цвет этих, блядь, медуз. Причем нахер здесь медуза? Нифига тут нету, чисто нихера. Ладно, это 3. Пускай это будет первая. Вторая. Третья. Какую я еще не нажимал?
короче, не помню. Мне кажется, вот цвет рыбы нужно вот сюда подставлять. Где она? Вот, сюда. Ну, типа... Подожди, может, она нажимается? Красный. Зеленый. Синий, желтый. Нет. Хер его знает. Ни подсказок, ни хера. Нет, ну здесь вот еще есть трубы какие-то. Ну что это? Что это? Синий, зеленый. Синий-зеленый, желтый-красный. Но это провода. Я поставил провода правильно. Здесь больше ничего нету активного. Как я понимаю, это еще рано, потому что сюда нужно еще что-то вставить. Рыба... Не переключается, ничего, то она... Благодарю вас, сэр, помните о том, что... Да смысл нет этой информации. Просто смысл мне о твоей информации. Ключ. Пойдем пытаться достать ключ. Так. Сюда надо. Где мои медузы? Стоп. Где мой аквариум? Вот он. Оказывается, вода вышла. Кайф. О, теперь можно что-то сделать. Ё-моё, в натуре. Отлично, теперь я могу вращать части. Так, трогай их. Так, давайте сразу. Это... Блядь, кипучие пазлы. А я должен вообще подставлять... А, походу, посрать. Какие кусочки где? А, это вообще... Я понял. Я дурак. Так что мне вообще за куски еще остались? Окей. Теперь хотя бы более-менее все понятно. Кто, куда, зачем. А вот теперь мы нажимаем красный, синий. Проебался. Красный, зеленый, синий, желтый. Окей. Красный. Красный. Зеленый. Why? Красный. Красный, зеленый.
Синий, желтый. А, может она и вверх ногами, типа? Если... Пускай, окей, будет вверх ногами. Значит, желтый. Желтый, синий, зеленый. Ладно. Синий, зеленый, желтый, красный. И если это медузы, хуя, не понимаю. Не понимаю я. I know, understand what you mean it. Didn't. Красный. Зеленый, синий, желтый. Окей, делаем тогда таким образом. Мне нужен красный. Красный — это желтый. Красный. Зеленый. Синий — это красный. И последний, мне нужен желтый, но желтый... Взрыв мозга. Смотрите, у нас есть цвета. Красный, зеленый, желтый и синий. Допустим. В смысле, мне уже ее дали? Мне дали? Что происходит? Так, что я должен теперь сделать? У меня есть сраный вороток. Для чего он мне? Зачем он вообще мне нужен? Фиг его знает. Ой, бля, вы сейчас поняли, что произошло? Я должен был найти зуб, и только потом это должно было заработать. В конце концов, я просто бутылку поставил, и она сразу заработала. Охренеть. Я? Промолчу. Теперь ты должна, да, работать? Красный, синий. Не. Красно-зеленый, синий, желтый. Окей, красный. Красный — это желтый. Зеленый — зеленый. Желтый. Подожди, я сейчас на чего посмотрю. Красный, желтый. Желтый — это красный, синий. А синий — это красный. Так, мне нужно желтый, зеленый, синий, красный. Не врубаюсь. Желтый, зеленый, синий, красный.
И чё это? Не понял. И что это? Два влево. У меня мозг сейчас сломается. Короче, два должно быть влево. Но какие именно? У меня чисто все ломается. Да ладно, вот сейчас оно заработало. В натуре. Вот. Почему закрытой? Я уже свет дал. Я не понимаю, что мне делать. Потому что уже идет все вообще не как нужно. Какие-то баги. Оказывается, все-таки нужно было вверх проложить. Откуда мне нужно было это знать? Электричество. Ну и вот переключаем. Мне нужно электричество. Но генератор не работает. Вот это должно заработать. Закрыт. Почему закрыт? У меня уже монетка есть. Здесь я все открыл. Все прожило. Но оно не активное. Все, эта комната бесполезна. Здесь какие-то непонятные херни. Я вообще не понял, что это такое. Ну. Да. Я типа должен посмотреть, да, и теперь оно заработает. Блять, я сейчас разъебу нахуй. Как мне поднять занавес? У меня монета вот есть, закрыта. У меня монета есть, алло, монета, у меня есть монета. Давайте в предыдущий аппарат зайдем. Окей. В предыдущий зайдем в автомат. Нахер нам этот? Здесь такой был. Вспомнил. Короче, у меня сраная монета.
Вот, на монету, монета, вот, монета, у меня есть монета, чел. Мне не пропускают, мне не пропускают. Ладно, давайте я буду ходить теперь нажимать просто на знак вопроса, чтобы мне... Где ты, эта херня должна запуститься? Я должен накинуть туда монетку, она должна... Но она не запускает. Монета, правильно, это монета. Я говорю вам, что, скорее всего, все сломалось. То, что мне изначально не должно было вот открыться. Она у меня открылась. Короче, ребят, давайте мы на этом сразу закончим. А если я найду способ, мы получим этот сраный билет и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.